Президент Татарстана открыл в Лаишевском районе комплекс по стерилизации медицинских изделий. Общий объем инвестиций – 150 миллионов рублей. Предприятие создаст более 50 новых рабочих мест. Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования татарстанской компании «АСКО». Об этом сообщается на сайте Центробанка. Страховки ОСАГО продолжают свое действие. 90 подлинных икон Свияжска из собрания Музея изобразительных искусств в качестве экспонатов вернутся на остров. Здесь появится музей икон. Уже есть концепция, но проект пока не согласован.